Разрешите представить вашему вниманию церемонию взвешивания перед турниром Лиги Tough Fight весна 2013 года. Давайте аплодисментами поприветствуем на начало года. Спасибо. Это Tough Fight! Бои на выживание! Хочешь стать лучшим? Весовая категория 60 килограммов. К весам приглашается Сулай Манбек Улу Акджол по прозвищу Нокаутер, Кыргызстан. Только один останется, мы вас ждем, шоу начинается! 59,3, 59,9 миллиметров. 59 килограммов 900 граммов. Профиль. Это Tough Fight, бои на выживание. Хочешь стать лучшим, получи это звание. Айк Шахназарян, по прозвищу Гуманоид. Город Самара, Россия. Поаплодируем, дорогие друзья. Айк очень ярко заявил о себе на прошлом турнире Лиги Tough Fight. 77,4. 73. Tough Fight! Только один останется! Мы вас ждем! Шоу начинается! 78,8. 79,3. Пройдет весовой категории до 80 килограммов. Встретится чемпион Лиги Tough Fight Сергей Кимов и Хаким Каримов, Кобра. Михаил Тютерев, волжанин, город Самара, Россия. 89,7. Леонид Чернобаев, по прозвищу Рэмбо. 89,3. Это Tough Fight, бои на выживание. Весна приглашается Фарух Мадаминов по прозвищу Воин. Бои на выживание, это Tough Fight. Запоминай название, это Tough Fight. 6 килограмм 500 грамм. Бои на выживание, это Tough Fight. 103,8. Бои на выживание, хочешь стать лучшим, получи это звание. Tough Fight, только один останется, мы вас ждем, шоу начинается.